В Магадане открыли фотовыставку «Россия. Полет через века». 36 работ от фотографов всей страны размещены на первом этаже в зале спорткомплекса «Металлист». Проект организован по инициативе правительства Российской Федерации, цель которого – показать многогранность жизни страны и ее жителей глазами профессионалов и любителей пофотографировать на подручную камеру. Работ было сделано очень много, и также можно, ознакомившись с теми работами, которые здесь находятся, можно зайти на сайт, посмотреть огромное количество работ. Выставка пройдет в 85 регионах Российской Федерации, она уже проходит, и мы надеемся, что люди, посетив выставку, захотят увидеть это вживую, со временем посетить и, безусловно, посмотреть своими глазами на те прекрасные места, на тех людей, которые нас окружают. Фотовыставка «Россия. Полет через века» продлится месяц до декабря 2020 года. Каждый желающий может прийти в спорткомплекс «Металлист» бесплатно и полюбоваться фотографиями о жизни, истории и красивых уголках России.